Здравствуйте, дорогие друзья! И вот настало время таки разобраться с летней распродажей в Steam. В этом году она куда менее интерактивная, чем в прошлом, но тем не менее неплоха. Итак, у нас тут Гран-при Steam. Идет оно с 25 июля по 7 июля. И тут у нас выбор команды, а далее просто рубитесь в игры, которые у вас там есть, используйте ускорители, покупаете всякое разное. В общем, просто-напросто получаете всякие разные штуки, бонусы и прочие прелести. Таким образом, можете покупать кое-что на пит-стопе. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле в Стиме. Разумеется, все дико лагает. Вот такая появилась обложка векторная, довольно несимпатичная, на мой взгляд. Тем не менее, Steam преобразился на время, видимо, только летней распродажи, когда вот такие вот идут различные штуки. То есть немножко изменился интерфейс, но лагает все дико, конечно. И самое главное, естественно, сам интерфейс летней распродажи. Тыкаем и видим тут вот выбор команды. Наша команда, естественно, Корги. Тот, кто не выберет Корги, тот проиграет. Корги самые топовые чуваки, мы тащим. Далее идет интерфейс игры, так скажем, да. О, подключилось что-то. И здесь вы видите количество очков, которые вы подарите своей игре, команде при использовании ускорения, и соответственно максимальное количество очков, которые вы можете накопить. Ну, в принципе, все довольно просто. Здесь же вы выбираете ту команду, которую хотите замедлить, когда у вас есть атака. Атака и ускорение даются раз в сутки. И в том числе ускорители даются, по-моему, при покупке на 1 евро и более. При этом на 1 евро и более при покупке, да, у вас увеличивается количество максимальных очков, которые вы можете накопить за день. Накопленные за день, но не вошедшие в этот самый лимит, переходят на следующий день. Тут все очень просто, все как бы достаточно неплохо. Играть нужно либо в те игры, которые предлагаются, да, в которых нужно какие-то ачивки выполнять, но такое себе, потому что задания реально сложные. И, ну, в некоторых играх сложные, в некоторых не очень, но некоторые игры не интересны никому, вот, поэтому играть в них нет смысла. Здесь же тоже такие какие-то игры предлагаются, тоже выполнить какие-то задания. Опять же, да, в каком-то наборе игр, но не факт, что они будут куплены. И в то же время самое активное, самое большое количество очков, самый простой вариант, это просто поиграть в те игры, которые у вас установлены, для того, чтобы просто пособирать очки там. Вы будете получать достижения, и, соответственно, вместе с этими достижениями в играх будете получать бонусы. То есть, чем, ну, вот запустили вы игру, в ней есть достижения, и, собственно говоря, Steam такой: ага, вот вы достигли, получили очки и так далее и тому подобное. То есть ничего сложного, ничего сверхъестественного. И что самое главное, по окончанию игры у всех команд, трех, точнее, первых команд, будет возможность, у всех участников этих команд будет возможность получить какие-то игры из списка своего желания. Желаемого. Поэтому туда добавляем самый сок, самое интересное, то, что вы действительно хотели бы приобрести. Есть вероятность, что если вы будете в одной из команд, ну, лучше всего в Корге, конечно, потому что они будут победителями, команда, занявшая первое место в Гран-при, получит максимальный бонус, то есть максимальное количество участников получит до трех игр из списка желаемого совершенно бесплатно. То есть, в принципе, такая лотерея, в которой вы участвуете просто по факту того, что вы играете в игры. И больше здесь, в принципе, ничего нет. Есть ли хорошие предложения в магазине? Ну, наверное, есть. Все игры от Valve сейчас с большими скидками. Это Half-Life, это Counter-Strike и так далее и тому подобное. То есть скидки есть. Что-то можно подыскать и среди других, так скажем, производителей компьютерных игр. Вы сможете выбрать что-нибудь свое. Ну, вот траки совершенно, симуляторы всякие там тоже с большими скидками. Ну, куча топовых игр со скидками. Различные там программульки со скидками. Я отжал редактор, в котором работаю, со скидкой. Вот Шерлок Холмс серия игр, например, минус 80%, да, некоторые игры и так далее и тому подобное. То есть действительно большое количество различных скидок. Подыскать что-то для себя можно. Как минимум тут даже GTA 5 забрать, да, за минус 50. И там еще какие-то Hollow Knight, вот, например, минус 40. То есть выбрать есть из чего. Тут единственное, что нужно идти, смотреть и выбирать всякие там Assassin's Creed,
Вичеры и прочие-прочие вещи тоже со скидками. Даже PUBG сейчас стоит на 50% дешевле. Тот же самый раз на 75%. В общем, в этом году лето достаточно простое, да? И получить можно всякое разное. Здесь вот на пидстопе показываются награды. Ну, самое главное для тех, кто повышает уровень своего Steam аккаунта, можно неплохо качать медальку достаточно легко. Я примерно 10-15 уровней за день прокачиваю, плюс-минус, да. И потом я иду выкупать именно смайлы. Смайлы могут быть интересны. Смайл стоит по 100 жетонов. А, то есть, в принципе, если даже вы ничего не покупаете, если вы так менее, ну, не очень активно, вы получаете свои 100 жетонов ежедневно, и, в принципе, всю коллекцию смайлов можете собрать. А для тех же, кто закупается часто и много, самым, наверное, интересным будет вот этот вариант. Скидка 5 евро к следующей покупке в магазине. То есть за 15 тысяч жетонов их довольно сложно накопить, но реально вы получаете 5 евро скидку. Например, хотели какую-то игру, да, ну, например, у вас там было 5 игр, вы 4 из них купили, но больше денежек нет, но вот в какой-то момент вы сможете использовать скидку суперэкономии, режим суперэкономии, да, в какой-то там конкретной игре, или, например, сделать предзаказ вы не хотели, вы ждали, пока релизнется игра, и вот она релизнулась, и у вас этот купончик вы использовали, и все у вас здорово. По сути, ничего сверхъестественного, ничего супер крутого. В профиле вот такой значок появляется, он там меняется, картинка, опыта по 100 за уровень дают. То есть, в принципе, можно спокойно поапать, хотя бы начальный уровень вообще можете проапать запросто. Единственный минус, что в эту летнюю распродажу не идут карточки летней распродажи, видимо, Steam решил, что им это не интересно. И то же самое, не идут карточки, соответственно, да, при сборе бэджи, как это было всегда. То есть вы собираете во время распродажи, собираете бэджи, и вам, соответственно, закидывают карточки распродажи. Тут такого в этом году нет. В общем, такая среднячковая распродажа, тем не менее, она есть. Ну и кого-то сможет порадовать. Я, по крайней мере, пока не вижу в ней ничего плохого. На этом, наверное, будем закругляться. Ничего больше здесь сказать нечего. Я успел пару левелов апнуть. Правда, мне это ничего не дало, но не суть. На этом все. Не забываем подписываться, ставить лайкосики, вступать в группу ВКонтакте. Там и опросы, и всякое такое. Приходить на стримы, если есть возможность, придонатить немножечко, потому что я буду таким образом рад очень сильно. И коплю на наушнички, которые хотелось бы купить. В общем, все как обычно. Ставим лайки, пишем комментарии, делимся видео с друзьями, заставляем бабушку, дедушку, маму, собаку, кошку посмотреть все видео на канале. И на этом все. Скоро увидимся.